Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Так-так-так, ой, у меня совсем закончились продукты, как я так мог забыть? Я забыл купить молока и хлопьев, как я буду завтракать? Капец, и родителей нет дома, ё-моё, придется брать папину машину и ехать в магазин, но у меня нет прав. Ладно, надеюсь, меня полицейские не остановят, у нас вообще-то их мало в нашей пустыне. И еще двери, блин, не починили, во, в разные стороны открываются. Так, ладно, короче, возьму отцовскую машину, Феррари, и поеду в магазин за хлопьями и за молоком. Надеюсь, блин, полицейских не будет. Это будет очень жестко, если они меня встретят. Нифига, какая быстрая машина! Вот это да, ладно, мне здесь за мостом, потом 2 километра, и все, и приеду уже к магазину, куплю себе хлопьев, молока и позавтракаю. Так, на мосту нужно ехать аккуратно. Тут огромная высота. Не надо упасть вниз, если я вниз упаду, это все. Это сразу машина разломается. Ну и вот, и полиции нет, так что нечего было мне и переживать. Все нормально. Куплю себе самого вкусного молока и хлопья шоколадные. И позавтракаю с кайфом. Вообще, научился в GTA рулить, очень классно еду. Вообще, вот это я профессионал. Вот это я просто мастер вождения. На Феррари еду 180 км в час. О-оу, а это что? О, Андрюх, смотри, это полиция. Остановочку делаем. О, здравствуйте. Вы посмотрите. О, смотрите на него. А ты что гоняешь, молодой, по мостику-то? 180 км в час приборы показывают. Давай, выходи из машины, другалек. Блин, здравствуйте, товарищи полицейские. Что я нарушил? Я тебе только что сказал, 180 км в час поехал по мосту, у нас радары фиксируют за 1000 километров. Слушайте, полицейские, может это, мы как-нибудь все-таки договоримся с вами? Давай показывай свои документы, другалёк, мы не подкупные, да, Боб? В натуре, давай! Ладно, сейчас, товарищ полицейский, уберите оружие, я безоружен и не совершенно не опасен, мне всего лишь 14 лет. Ой, несовершеннолетний, вот тихо, именно. Тихо, ему 14 лет, ты представляешь, он машину, что ли, у отца не-не, сорвал? Не-не, у меня есть права, я вам сейчас покажу, они у меня в бардачке лежат, сейчас. Ну давай, показывай. Так, подождите, можно я развернусь на сторону солнца? Зачем? А быстро. Там у меня света нет в машине, я не вижу. Вот, блин, подокупай. Куда? До свидания, колеса! До свидания, дуралей! Офигел совсем, блин! Не догоните меня! Стоять, блин! Ага, до свидания, копы! Блин, колесо прострелили, быстро не едет машина! Ё-моё! Бортую его! Занесло! Само себе! Заносит, блин! Застрял на рельсах! Ё-моё, одного копа скинул, второй едет прям в меня! На этом мосту! Ай, блин! О, закинули! Все, выходи из машины! Нет! Ты куда меня едет? Гаси его! Давай, вниз! Нет! Я не поеду никуда! Я здесь буду стоять! До свидания, полицейский! Я сейчас тебе помогу, не переживай! Не надо! До свидания! Куда? Ты где? Я здесь! До свидания! А, ты в машине? До свидания, мистер полицейский! Где он? Всего кто доброго! Ты, кто ты? А вы где? А где второй? Второй вниз свалился. Ну что ж, дорогие друзья, на этом заканчивается наш ролик. Ну что ж, ребят, Анна... Вы меня арестовали? Я вам этого не прощу. Вы клоуны. Ну что ж, ребятки, всем здарова, с вами по-прежнему Оверфон и Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Брикрикс! Тим хайю, май браза! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, добро пожаловать в Лего мир! Сегодня у нас будут Лего погони, Лего полицейские погони! Вау! Сегодня бандиты будут против полицейских! Сегодня мы будем жестко гоняться, игрушка, друзья, обновилась, она стала гораздо круче, и мы надеемся, вам все понравится! Смело ставьте лайкусик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды, ведь у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо. Нам будет безумно приятно. Ну что, парни, вы готовы догонять меня? Потому что я, друзья, первый преступник. Я малыш без прав. Я сел за управление автотранспортом. Хоть не имел права на это. Ну что, полицейские, дайте мне немножко форы. Я поехал от вас. Ну давайте, совсем чуть-чуть форы, другалек. Ну все, давай.
Все, парни, считайте до 5, я поехал. 1, 2, 3, 5. Нифига себе, друзья, ну что, начались наши погони. Сразу ставим лайкусики, я поехал, пацанов. Стоять. До свидания, парни, вам меня не догнать. Будьте аккуратнее конфетку на поворотах. Кстати, друзья, у нас будут такие правила. Я могу респиться до тех пор, пока в меня не прикоснутся пацаны. Дядя! Нифига себе, они полетели. А вот полицейские могут постоянно, друзья, респавниться. Нифига вы, парни, там едете за мной. Вы что, дикие? Дикая. Мы Андрюха, блин! Бабяк, ну ты шо? Короче, друзья, у нас тут такие полицейские, что они меня не догонят. До свидания. Ты в этом уверен, дружище? Конечно, уверен. Давай, Драголёк, жуй пыль. Пацаны, жуйте пыль, вы нам меня не догнать. Так, догоним, аккуратно, догоним. Друзья, едем поаккуратнее на виражах и на поворотах. Парни, а вы где там? Вы все разбитые, едем, что ли? Не-не, мы едем. Вы едете? А, вон, ребята уже едут за мной. О, чуть вниз не упал. Не понял, а ты как тут оказался? Ё-моё, ребята. Хорош, бабяка, отличная погоня, дружище. Офигеть. Все, ребят, я полетел вниз. Боже, а может я еще смогу ехать, ребят? Вам перехват. Зачем ты разбил папину машину? Ну, потому что это мистер Бобби меня разбил. О! До свидания! Да, он еще едет, блин, Андрюха! Нифига себе, друзья! Я еще еду дальше! Парни, жуйте пыль! О! Как это невозможно! Перевести еще! Капец ему! Ё-моё! Ребята, я еще еду! Да он еще едет! Пацаны, вы меня точно не догоните! До свидания, полицейские! Мы еще едем, ребят, с вами! А, все! Все, я сгораю здесь! Нет! Ну все, давай его, добивай! Все, поймали меня и закинули и убили. О, аж пукнул, о, ну все, смерть. Слушай, Бабян. Да. Там вон какой-то фраер стоит, давай-ка документы проверим. А, давай, слышишь? А ну давай, а ну тормози. Здравствуйте, мистер, как ваши дела? День добрый, полицейский, дела отлично, стреляю по голубям. Выходите из машины, предоставьте документы на машину и на владение оружием. Не понял, а в смысле, какое это? Не понял, вы имеете право вообще или что? Имеем право, выйти из машины, тут полиция, быстро, руки вверх, живо, вышел давай, отсюда. Ладно, ладно, сейчас захожу, подождите, машину починю только. Не понял. Все. Так, предъявите документы и разрешение, лицензию на оружие. А чем вы меня оружие тычете, я не понимаю. Не ну, тучим. Вы вооружены и опасны. Бабян, все, пакуй его вот сейчас. Все, давай, короче, пойдем. Давай, руки ему заламывай, блин. Руки заламывай ему. Чего? Куда поехал? До свидания, парни. Бобис, по машинам, Бабян. Поехали. Тачки, поехали за ним. Это у нас тут, ребята, Андрюха бандит теперь. Я бешеный бандито! Я не успеваю за вами! Нифига у вас тачки быстрые, парни! Дядя! Уходят просто! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Куда там? Эй! Туда! Да я вообще невредимый, представляешь? Не понял как! Ну вот так вот смотри! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кто взрывается? Вы шо, ненормальные психи, блин? А как ты еще живешь? Эй, ты! Остановочку! У меня тачка титановая! Ё-мо, Бабян, как он еще живет? Тихо, браток! Надо его вдвоем зажать, тиски, слышишь? Надо, да-да-да! Никаких тисков не будет! Сейчас будут жесткие тиски, друзья! Сейчас мы Андрюху зафигарим! Ой-о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 й-
давай по рации. У нас погоня, блин, департамент, срочно, блин, помогайте нам. Патруль, срочно, все ОМОНовцы. Всем постам, мы едем за преступником. Особые приметы, воняет говном. Едем за Андрюхой, Бабян. Бабян, ты где там, блин? Да я еду сзади, вон. Бобис, он едет уже к мосту. Можно его попробовать с моста скинуть будет, бортанем, слышишь? Бортанем его. Надо там обязательно его там бортануть. Я веду преследование, давай, Бабян. Давай, я тоже сзади. Я буду отстреливаться. Не буду. Едем, едем. Буду. Вот, Бабян, это наш шанс. Сейчас я его скину с моста. Давай, скидывай его. Давай, давай, Бабян, я его обгоняю. Как прижимаю к обочине. Туда его! Ого, тебе! Ого! Нет, Бобис! Ё-моё! Гони его! Гони, гони! Ребята! Туда! Закинули! Всё, друзья, скинули Андрюху. Улетел! Улетел он и сломался. Давайте посмотрим, что с Андрюхой произошло, друзья. Вот он. А тачка почему-то твоя у меня не расламывается. Это какие-то рассинхроны, друзья, или что?
Она просто лютая. Нифига себе, вот о, это я жесть. Вылетел с машины и покатился вниз. Офигеть, поймали Андрюху, друзья. Жестко. Босс. Ну, здорово, чё? Давно не виделись. Может быть и это, сгоняем за пончиками на заправочку. А может за хот-догами? А может быть и за тем, и за тем. А вот заправка, Андрюх, давай-ка за хот-догами. О, слышь, давай, давай. Смотри, там кто-то шкерится с пистолетом. Это что, бандит? А ну, Андрюх, выходи, погоди, сейчас где, проверим. Где? Я не вижу вообще. Так, погоди, тачка уезжает, стой. Йоу! О, шеф! Андрюха! Это что произошло? Как, что такое? Это вообще, Андрюха, заправка рванула. Там вот кто-то был. Чё? А ну, мистер, вы свидетель? Капец, вы слышали взрыв, видели, да? Да, но у вас пистолет, Андрюха, это он взорвал заправку! Да в смысле, это я, вы документы, чё, совсем стали одурели? Документы, чел, буду сейчас, стрелять сейчас по ногам! Покажу. Погоди, да тихо, погоди, тихо, стой почему? На месте! Парни, я когда гражданин. Стреляю, я летаю, блин, за тем, куда стреляю, что за прикол? Подожди, подожди, слушай, шеф! А? У него пистолет! Так я вижу! Духи. Пахнет! Газовыми пороховыми! Он только что стрелял, походу, по бочкам да с бензином! Я. В машину его, Андрюха! В машину давай, его! Свою, свою, свою! Ё-моё, давай за ним, Андрюха, быстрее! Я блин. Ему колесо пробил! Убери, а, блин, едет ну, машина, Андрюха! О! Садись в мою, если не едет! Ну что, друзья, у нас тут Бабян, опасный преступник! Мы ведем преследование, Бабян! Вы что, офигели, блин? Тебе не убраться! Андрюха, не преследуй его! Зачем взорвал? Зачем взорвал? Туда! Давай, друзья! Ой! Почему я разрушился, а вы нет, парни, а? Почему? А Бабян все, смотри, мы его поймали. Так что он в камне, он стрелял. Все, Бабян в камне, Бобис, мы тебя поймали официально. Ага. До свидания. Пока. Ну что, друзья, вторая попытка у Бабяна. Мы тебе даем фору 3 секунды, Бобис. Раз, два, три. Поехали, ну что? Остановим Бобиса, давай, Андрюха, за мной, погнали, газуем. Она ему не поможет, вот эта вот фора, ёма. А вон он поможет. Едет, этот мамкин преступник, друзья, Бабян. Сейчас мы его выцепим. Сейчас мы тебя в космос отправим. Там еще и мост, если он через мост думает, друзья, поехать, мы его с этого моста скинем вообще. Не надо скидывать. О, он и едет к мосту, друзья, сейчас мы его там и примем. Чё, Андрюха? Стреляй по колесам. Не надо, стреляй, стреляй. Не надо, что вы делаете? Вот он на мосту, опа. Ух ты, подкинуло, блин. Ну что, давай. Андрюх туда, давай его! Бортуй! Андрюха, бортуй его! Сейчас убеги! Я за ним! Андрюха, с моста! Это все! Страшно вырубай! Это смерть! Все, догнали Бабяна, друзья! Вон он там где-то, смотрите, Андрюха, вот Бабян летит! Эх, ежик Соник, круги наворачивай вокруг своей оси! Не могу понять, что там за фигня происходит? Кто-то едет, кто-то бежит за кем-то! Ну дай тоже прокатиться, блин! Нет, я не дам тебе прокатиться, это моя вещь. Ага, мы пополам ее покупали. Это не, что, неправда. Полицейские что ли? Э, вы что, лузеры? О, бандит, слышишь? Ага. Это ты что называешь так у полиции меня? Такие машины что ли, бабушкины, а? Ну, вообще-то да. Ага, до свидания, полиция, вы никогда меня не догоните. Ой, блин, у них там тачки другие, ё-мо! Да, да, еще пострелять можно. Нифига себе! Ну что, друзья, мы в Лего-Сити, они меня не догонят! До свидания, парни, я бомбит, Бабян, друзья! Бабян, ты стоишь, давай за ним! И два полицейских, удачи вам! Что такое? Ребята, полицейские друг друга врезаются! Салам алейкум! Уступи дорогу дураку, как говорится! Ладно, парни, вам меня не догнать! Посмотрите, друзья, как Лего-Сити у нас поменялось, это вообще жесть! Эй, парни, как здание. Как стало здесь, в Лего-Сити. Ага, в Лего-Сити жить кайф. Как Биг-Сити. До свидания. Биг-Сити, кстати, да, это же Биг-Сити, Лего-Сити. Биг-Сити лайф получается. До свидания, парни, всем удачи. Оуэр поехал, лучший да преступник такое? Этого мира. Почему я еду, и у меня персонаж умирает в машине? Не знаю. Жарко, наверное. Он умирает, просто ему грустно. До свидания, парни. Всем удачи, вы меня не догоните. Ой, тихо. Что ты делаешь? Я ничего не делал. Блин, тут забор, ё-моё, там яма за забором. А где этот шкет? Ага. Он налево свернул, походу. Да-да, они меня не найдут, ребят. О, до свидания. Привет, а если бы ты не двигался, мы тебя не нашли бы. В натуре? Да я сейчас развернусь и уеду. Не надо разворачиваться. Давай в яму.
Ё-моё! Вот это меня в яму, друзья, закинули и в яме вкинули. Фига себе, яма какая красивая стала, вот ну, это лайк. Дырень. В яме вообще кайф. Пацаны, давайте в яму, все в яму запрыгивайте. Ну что ж, друзья, наверное, на такой угарной, забавной ноте наш сегодняшний ролик и заканчивается. Мы с парнем надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал и не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а с вами сегодня были, конечно, как всегда, Оверфони и Бобби. Пишите, что нам еще такого интересного позаписывать, и мы все сделаем. А на этом у нас все, всем удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Обед, чуваки.